что мозг, когда создавался, не было единого плана. Создание мозга было, в общем, достаточно спонтанным действием, эволюция много экспериментировала, поэтому в наших с вами мозгах куча рудиментов, куча всяких разных атавизмов, изменение функций отдельных отделов мозга там, и так далее. Значит, при этом задачи нашего мозга определены эволюционные, и они тоже, опять же, очень ограничены. Если вам кажется, что вы создавали для создания искусственного интеллекта, это не так. Вас создавали для того, чтобы вы выжили и продолжили свои гены дальше.